Здравствуйте! Вас приветствует лучший дуэт страны – Георгий Черданцев, Константин Генич. Мы будем вместе с вами в течение этой футбольной феерии и надеемся, что наш комментарий будет не менее фееричен. На экране состав команды «Хозяин». Двое центральных полузащитников отвечают за креатив в атаке. А вот третий сдерживает наступление противника. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Пас на ход может быть интересно. Не закончился еще момент. А пас-то может быть. Нет, не дошел этот пас до адреса. Джонас. Теперь в атаке соперник. Это может быть опасная атака. Хорошо увидел партнера впереди. Счет открыт. Быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. 1-0 в нашей игре. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Джонас. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Есть свободная зона перед игроком на фланге. Успешно навязал борьбу. Теперь придется побороться еще раз. Он бьет. Совсем неточным удар получился. Да, но все-таки ударить так, как хотел, у него не получилось. Любомир Фейсер. Пиццы. Отлично сыграно, надо решать. Нет, так его не пробить. Рафа. Может получиться интересная атака. Надо забивать и сравнивать счет. Удар в штангу. Любомир Фейс. Рафа. Тут может что-то получиться. Надежно играет защитник. Атака прервана. Слишком поторопился игрок. Залез в офсайд. Пиццы. Езима Мирен. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Отобран мяч, надо возвращаться. Джонас. Это может быть опасно. Не только принял хорошо, но и сохранил этот мяч. Рафа. Все верно, края надо чаще задействовать. Две минуты осталось. Любомир Фейс.